Приходи, Новый год, мы тебя подождем у порога. Новый год, Новый год. Шкод, моя маленькая. Настик, а что ты заказала? Загадала Дедушку Морозу? Это секрет. Секрет? Да, а секреты не рассказывают, а то они не сбудутся. А под елочку заглянем? Ну, давай. Ну, пойдем. Ой, ешкин кот. Скользко у тещи. Скользко. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясность. Ой! Еще у тебя пол уронил. Кофе. Кофе? Реально, ребят, кофе. Там было две штучки. Ну. Две упаковки. Положим на место. А Тика пускает? Я думал там что-нибудь посерьезней. В смысле 0,5, а там кофе. Да уж, разочарование. А так скажем, великолепное ничто в количестве 5 штук. Да ё-моё. Настя, а ты чего жуешь? Чё жуешь? Я жевала виноградик. Ага, понятно. Зелёный. Ну, кроме кофе мы ничего не нашли под елочкой. Елочка была красивая, подарки были так себе. Вот, не знаю, может быть, получше что-то. Еще будет такое интересное. Как будет, сразу объявим об этом деле. Давайте, до новых встреч.